зовут Зымалева Галина. Я работаю на кожгалантерейной фабрике, оператор настроенного оборудования. Я встаю в 4:30 утра, завариваю кофе себе, крашусь, выхожу на работу. Приезжаю на работу непосредственно с мастером, с руководящим составом. Согласовываем план работы на день и начинаем работу. Суть работы заключается, главное, рационально и правильно использовать данный материал, кожу. Раскроить весь материал и не прокроиться. Приехала в Минск. Устроилась на работу сюда. Думала временно. Ну, получилось, что на совсем походу. Интересная работа, творческая. Чувствую мое. Если работа нелюбимая, не нравится, соответственно, работать не будешь на ней. Коллектив дружный, хороший. Девочки друг за друга всегда горой. Выручаем всегда друг дружку. Нас всегда поздравляют с 8 марта. Это профессиональный день легкой промышленности. Тоже не забывают нас. Наш руководитель всегда женщин любит, ценит нас, всегда отмечает нас. Это очень приятно. Женщина всегда с утра, когда выходит, берет с собой сумочку, портмоне, ключницы, также то, что мы изготавливаем. Но я думаю, это каждую женщину радует. Это купить кожгалантерейные изделия, красивые, качественные. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.